В этом году ульяновские аграрии получат 100 миллионов рублей дополнительных средств на проведение весенне-полевых работ. Такую информацию озвучил губернатор Сергей Морозов на заседании штаба по весенне-полевым работам. Их планируют завершить до 15 апреля. Глава региона подчеркнул, что от качества проведения весенне-полевых работ будут зависеть не только результаты, но и социальное самочувствие населения. В первоочередном порядке отслеживать ситуацию с обеспеченностью минеральными удобрениями, средствами защиты растений, а также краткосрочным кредитованием на пополнение оборотных средств. Именно поэтому я просил бы Михаила Ивановича держать эти вопросы на постоянном контроле. Финансовую поддержку окажут и крупным хозяйствам. Одним из таких станет СПК имени Крупской Меликесского района. Помимо подготовки к весенне-полевым работам, часть денежных средств пойдет на омоложение стада дойных коров. Пришли к выводу, что надо делать реконструкцию, уходить на беспривязное содержание. И нашли решение, совместный Коржов был, самарские ребята были, значит, в двух блоках сделать молочные залы. Только из федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса в 2017 году будет выделено 950 миллионов рублей. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.